Календарная зима встретила сыровчан снегопадом, который не прекращался до утра вторника. На этом сюрпризы погоды не закончились. Следом за снежной бурей, накрывшей город, придут холода. Аномальные морозы синоптики прогнозируют с 5 по 10 декабря. Это опасное природное явление, поскольку среднесуточная температура воздуха будет на 7-14 градусов ниже климатической нормы. С 5 по 7 декабря в ночные часы 15-20, днем 10-15 градусов, на севере области на 4-5 градусов ниже. С 8 по 10 декабря температура воздуха опустится еще ниже. В ночные часы минус 19, минус 24, днем будет прогреваться до минус 19 и минус 20 градусов. В северных районах области столбики термометров покажут минус 27, минус 29 ночью, днем минус 24 градуса. Также холодно было в начале декабря 2002 года. По климатической летописи самые лютые морозы до минус 33 градусов регистрировали в начале зимы 1955 и 1959 года. А потому такой морозный декабрь останется в истории. А в целом, по прогнозу Гидрометцентра России, средняя температура в декабре ожидается около нормы – минус 6, минус 9 градусов. Поэтому интенсивная волна холода в начале месяца, конечно, к середине декабря сменится более теплой погодой. Осадков в декабре прогнозируется больше нормы при среднем многолетнем количестве для нашей территории, для нашей области от 40 до 60 миллиметров. При сильных морозах медики советуют теплее одеваться и тщательнее следить за здоровьем. Резкие перепады температур у метеочувствительных людей и у людей с хроническими заболеваниями могут вызвать нежелательные последствия, вплоть до обострения имеющихся болезней. На холоде также необходимо постоянно двигаться. Нельзя стоять на одном месте и уж тем более садиться на снег или холодные предметы, особенно опасные металлобетон. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.